Всем привет, дорогие друзья, из нашей солнечной Алании. Сегодня 31 декабря, и я вам покажу, как мы празднуем Новый год в Алании, салют в Алании. В общем, Новый год наступает, и, кстати, сегодня, 31 декабря, одна из самых характерных для Алании погод зимой. Почему? Потому что ночью шел очень сильный дождь, потом к утру выглянуло солнце, как сейчас, потом опять пошел очень сильный дождь, и опять выглянуло солнце, и такое ощущение, что дождя не было вообще. В общем, такая погода типична для Алании зимой, а сейчас очень-очень жарко, и можно сказать, что на пляже можно загорать, потому что если долго находиться на солнце, становится действительно очень-очень жарко. Если вы хотите узнать температуру воздуха и воды, смотрите в описании к этому видео. Ну а сейчас 12 часов, и Новый год мы будем праздновать дома, точнее до половины 12 мы будем сидеть все за праздничным столом, и сейчас отправимся на рынок. Нам нужно докупить свеклу для винегреда на рынке. И в 12 ночи мы отправимся в центр смотреть салют. Поэтому, друзья, не буду говорить традиционных пожеланий на Новый год, а хочу вам в первую очередь пожелать самое главное – здоровья и удачи. И, конечно же, всего того, что вы сами себе желаете. Вот прямо сейчас, в эту минуту, закройте глаза и представьте свое самое-самое сокровенное желание. Представили? Так вот, в самом ближайшем будущем оно обязательно сбудется. Ну а сейчас отправляемся с вами на рынок покупать свеклу для нашего новогоднего винегреда. Как вы видите, в Алании стоит очень жаркая погода. 31 декабря. На деревьях созрели апельсины. В Мурманске, в России, мы, конечно же, замерзли, а в Алании нам уже жарко. Сейчас мы едем на вторничный рынок в районе. Вот вы видите, на деревьях очень много апельсин. Сейчас едем на вторничный рынок, который расположен там, где и рыбный рынок, для того, чтобы, как я вам уже сказала, кое-что докупить к праздничному столу. А погода в Алании, конечно же, просто потрясающая. И нам уже жарко. Я по привычке надела куртку, но чтобы не простыть. Видите, даже цветы распускаются. 31 декабря. Новогодний вторничный рынок, друзья. Покажу вам немножко, что здесь продается. Помидоры 3,50. Апельсины. Айва, наш зимний фрукт. 6 лир килограмм. Конечно же, кукуруза, куда без кукурузы, штука 1 лира. Очень много цветной капусты, морковь 2,50. редиска. Я вам рассказывала про особенности этой редиски. Если редиска сверху красная, то внутри белая, а если редиска сверху белая, то внутри она красная. В общем, вот такая вот особенность. И красная редиска очень-очень вкусная. Продается красная морковь. Вот из этой моркови делают напиток шалгам. Айхан, сен шалгам и северсен, дейми? Буннан я перла. Шалгам и, конечно же, нека, да? Зенджифиль нека, да? Зенджифиль дейм. Зенджифиль. Ази паша елли бу. Туркиш ази паша. Нека, да? Кило елли. Килограмм имбиря 50 лир, и растет имбирь в Газипаше. А это ерель эльмасы, какое-то местное яблоко. В общем, мы его еще не ели. Возьмем, попробуем. И свекла. Айхан, панджарнека, да? Панджаркача, бля, да? Панджаркача. 4 лиры. 4 лиры стоит свекла. Поскольку у нас очень мало времени, быстренько вам покажу авокадо. Вот такие вот авокадо по 4, эти авокадо по 5. Груши. Вот эти вот груши, кстати, очень вкусные. Я вам их всегда
рекомендую. Ну, естественно, гранаты. Гранаты по 5 лир красные и без косточек белые. Это гранаты, ну, так называемые гранаты без косточек. Бананы. Бананы у нас 6,50. Кстати, так же, как и в Москве. И апельсины 2,50, куда без апельсин. Очень много народу. Также здесь продаются тропические фрукты, наши выращенные в Аланье. Папайя. Вот такая вот большая. 30 лир стоит килограмм. Кумкват. Вот это очень-очень полезный фрукт. В день вы можете съесть, рекомендуется, всего 3 штучки. И он очень... У него очень много витамин. Вот так вот он растет. Например, это у нас росток апельсина стоит 40 лир. Айханбах. Портокалфиданес кирклира. Здесь у нас свежий имбирь 50 лир. И драгонфрут, который стоит 30 лир. Конечно же, много овощей, фасоль 10 лир, кабачки 4 лиры, перец 7 лир, сладкий перец вот такой мелкий 5 лир, острый 5 лир, очень сочные лимоны 4 лиры и вот такие вот интересные баклажаны 3,50, 3,50. Та не ты мне пёрус, омас паралы. 3 лиры огурцы. И, как я вам уже говорила, очень много мандарин. Лира 50, 2,50, зависит от качества. Много сухофруктов. Много зелени. Зелень у нас сегодня лира 50. Цветная капуста штука 3 лиры. Если написано тане, это значит штука. Здесь вот тоже тане, брокколи 3 лиры. Капуста красная 4,2 помельче. И капуста белокочанная 5 лир штука. Здесь очень много разных орехов. Яблоки 3,50, яблоки, килограмм, 3 килограмма 10 лир. Если видите, написано килограмм, значит это килограмм. Хурма, но хурма уже отходит. Лук 2 лиры. Ну и как всегда, картошка, вижу, лира 50. Ну и как всегда, на рынке очень много народу. И клубника. Клубника. Клубника сколько стоит? Сколько стоит? Некогда. Клубника 10 лир. Вот такая вот отборная клубника. И 6 лир хурма. Помидоры по 5 лир. В общем, друзья, как вы видите, на рынке все практически то же самое, цены я вам показала. Ну и сейчас, даже зимой, у нас есть клубника. Башками его не варь. Айва варь. Айва армутема. Яблоки, груши, мандарины, апельсины. Все тропические фрукты. Тропик мевелеры де варь. Грейпфрукты. В общем, летом одни фрукты, зимой другие фрукты, в зависимости от сезона. Но никогда в Алании фруктами мы не обделены. Поэтому... Мы очень очень мы соскучились по нашей классной погоде и фруктам. Ну а сейчас едем дальше в центр. Апельсины уже созрели. И на улицах Алании огромное количество апельсин, друзья, практически на всех улицах. Посмотрите, какая у нас здесь красота. С Новым годом еще раз всех, с наступившим.
потому что это видео вы будете смотреть уже, когда Новый год наступит. Ну и, конечно же, добро пожаловать в Аланию. Мы уже на пятничном рынке, солнышко зашло, и, скорее всего, опять пойдет дождь. Мы сделали все уже свои покупки, и сейчас отправляемся еще кое-какую мелочь купить, и уже отправляемся домой готовиться к Новому году, к встрече Нового года. Ну и, конечно же, друзья, куда мы пришли на обед? Мы пришли к Ахмед Уста. Для его сына Арды мы привезли пряники и чак-чак. Ахмед Уста, Ениил, Гелер, каш саат калды Ениила? Ениила, каш саат калды, орталама, каштан исаплиджаз, секизден исаплиджаз, 5 саат фалан сонра Ениил кутламая башларыз. Ордан да вар 4 саат, 12 яд исапларсак, 9 саат сонра Yılbaşı kutlanmış olacak. Evet. O zaman siz herkese iyi yıllar diliyorum herkese. Herkese iyi seneler. Ve tabii ki nerede görüşürüz? Burada. Eniştenin yerinde. Ben buradayım. Sizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi seneler. Вот такие вот вкусные сегодня у Ахмед Уста, как всегда, блюда. И, ребята, буду кушать рис с нутом. Это просто нут. В общем, мое самое любимое блюдо – вот это вот курица, запеченная в печи. Есть здесь и баклажаны, печень, в общем, все-все-все. Шпинат. Мясные блюда, разные овощные блюда. В общем, все самое-самое вкусное. Ну, конечно же, кёфты, фирменные кёфты Ахмед Усты. И курица из печки. Здесь у нас Айхан. И покажу вам сейчас суп. Каждый. Ахмед Уста, сиз хар гюн фарклы чорбалар мы япёрсунус? Evet. Бугюн месела? Бугюн мерджиме чорбасы вар. Сегодня суп с чечевицей. Ага. Evet. И тавук мы? Evet. И, конечно же, самый вкусный в мире куриный суп. Чорбасы вар. Пача вар. Башка? Пача чорбаса? А, и еще, конечно же, фирменный суп пача. Пача аз калды бөле. Очень осталось мало, потому что сатылды. Он супер популярен. Кузу, кузу келледен yapıyoruz. Кузу келле, гердан. Сине бахаратларла yapıyoruz. Güzel bir çorba. Кыш чорбасы. Кыш чорбасы. Супер olur. Бахаратлар да кулинарный. В общем, друзья, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно должны попробовать этот суп. С чесноком, мятой и острым красным перцем. Это все добавляют в этот суп. Обязательно должны попробовать, когда приезжаете в Аланию. Çok teşekkürler Ahmet Usta. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi seneler. Bizi izleyen tüm dostlara mutlu yıllar. Ну и, конечно же, дорогие друзья, весь декабрь у нас с вами был подарочный марафон, новогодний подарочный марафон, в котором с 1 по 31 декабря мы разыгрывали подарочные сертификаты. Это было 30 сертификатов на 100 лир от наших спонсоров и целых 6 сертификатов мы разыграли только что, 31 декабря. Выиграла у нас Дарья Сафонова. Дарью поздравляем! Ну и, конечно же, в новом году я надеюсь, что вам с нами тоже будет интересно, и мы постараемся снимать для вас полезные и разные видео из Турции. Но и, конечно же, мы планируем сделать много-много розыгрышей, подарков, различных сертификатов также на канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. И, как мы говорили, как мы загадывали, если к 31 декабря у нас будет 50 тысяч подписчиков на канале, мы разыграем путевку в Турцию. Но, как вы видите, 50
тысяч не получилось, поэтому путевку в Турцию с 1 января по 1 марта мы разыгрывать не будем, но я вам обещаю, что мы сделаем очень большой и классный розыгрыш в самое ближайшее время. Поэтому спасибо большое тем, кто участвовал в подарочном марафоне, поздравляю всех тех, кто выиграл, ну и, конечно же, желаю удачи всем тем, кто будет участвовать дальше, потому что если вы верите, то удача вам обязательно улыбнется. Ну и, конечно же, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, точнее, уже с наступившим, потому что вы это видео смотрите, когда Новый год уже наступил. Желаю вам здоровья, удачи и всего того, что вы себе сами пожелаете. Ну а мы сейчас продолжаем готовиться к Новому году и готовить все наши салаты и накрывать праздничный стол. Обязательно напишите в комментариях, как вы отпраздновали этот Новый год. Ну а мы с вами уже встретимся после 12 ночи. До Нового года! До Нового года 2020 примерно 5 минут и совсем скоро. Мы уже в центре Алании и совсем скоро начнется праздничный фейерверк. Сначала вам покажу нашу елку, которая стоит в самом центре Алании. Ну и, конечно же, после праздничного фейерверка расскажу вам, как празднуют Новый год в Турции. Очень много народу. И все ждут фейерверк. Где-то уже фейерверк начался. Вот вы видите, вот с той стороны где-то в обе. А здесь прям около мэрии Алании каждый год можно видеть фейерверк. Правда, откуда пускать будут, я пока не знаю. Возможно, с маяка или откуда-то отсюда. А? Да. Там салют уже с какого-то ресторана, наверное, или отеля, где празднуют Новый год. В общем, салюты начались. Ну, а на пляже мы будем смотреть салют первый раз. И здесь, на самом деле, очень-очень красивый. Очень красиво смотреть салют. Наверное, одно из самых лучших мест для салюта. Ну, в общем, узнаем, потому что обычно мы смотрели салют с набережной. И очень много народу, наша рождественская новогодняя елочка. Продолжение салюта из Обы. И совсем скоро, осталось буквально пару минут до Нового года. И здесь тоже мы увидим красочный салют. Мам, первый раз салют на пляже будешь смотреть? Да. Прямо у воды. Прямо у воды, да. Летом здесь купаемся, а зимой смотрим салют. Так, Новый год наступает. Кажется, совсем скоро. Везде, вон, пошли набережные. Да, все, Новый год наступает, друзья. Новый год 2020 наступает по всей набережной. Начинаются салюты. И совсем скоро, скорее всего, вот с той точки обычно пускают салют в Алании. Небо сегодня очень ясное. Много звезд, а значит, погода будет теплая. Завтра и всю неделю погода будет теплая. Как необычно смотреть салют над морем. Все! Все! Новый год наступил! Ура! Какая красота! Новый год наступил и салют по всей Алании, да. На самом деле, это самая лучшая точка для обзора салюта, это именно пляж за мэрией. С Новым годом! Друзья, с Новым годом! Ура! 2020 наступил! Как вам наш салют, Валань? Как тебе салют?
самолет очень красивый. Необычно над морем, и так красиво прямо отражается в море. И фотки получились супер классные. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка в описании, и смотрите фотографии. А мы идем гулять по набережной после салюта. На набережной очень много народу, продают шарики. Народ после того, как посмотрел салют, гуляет. И, друзья, я вам обещала рассказать о том, как празднуют Новый год в Турции. Так вот, Новый год в Турции празднуют все совершенно по-разному. Кто кому, к чему привык, у кого какие традиции в семье, у кого какая религия, в общем, кто во что верит и так далее. Поэтому многие, например, в туристических районах, больших городах празднуют в ресторанах. Кто-то собирается с семьей, кто-то с друзьями, молодежь. Ну, в общем, все празднуют совершенно по-разному. Но как в Турции празднуют Новый год по-турецки, это, конечно же, неотъемлемой частью Нового года являются каштаны, жареные каштаны. И обычно турецкие семьи собираются дома, вокруг телевизора, с родственниками, с друзьями и кушают жареные каштаны, как... В России, например, является неотъемлемой частью стола салат оливье. Так вот, в Турции этим являются жареные каштаны. Как вы видите, на набережной в Алании у нас сейчас очень много народу. Дискотеки открыты, народ отдыхает, развлекается. Ну, понятно, что в какой-то, например, далекой деревне празднование Нового года проходит совершенно незаметно. То есть его вообще практически не празднуют. И, как я уже сказала, люди собираются дома около телевизора и жарят и кушают каштаны. Так, сзади нас какой-то очередной салют с той стороны. Шарики, да, с подсветкой. А это что там наверху? Наверное, дрон. Может быть, дрон. А, или зажигают фонарики. Фонарики, светящиеся фонарики. Да, запускают светящиеся фонарики желаний. Здесь у нас яхта. На этой яхте народ сейчас тусуется, отдыхает. Как я вижу, дискотеки тоже открыты. Но мы с вами здесь немножко погуляем и отправимся дальше. Мы отправимся дальше домой и будем продолжать уже дома. Если говорить о новогодних каникулах в Турции, то их нет. И обычно 31 числа рабочий день короткий, ну, примерно, может быть, до 2-3 дня. А 1 декабря в некоторых компаниях возможен выходной, ну, а 2 декабря уже начинается рабочий день где-то с 12 дня. В некоторых компаниях уже 1 января тоже рабочий день. Поэтому здесь нет таких долгих каникул в государственных учреждениях или в частных компаниях. Длинных каникул нет. Поэтому, как я уже сказала, Новый год не является таким прям уж главным праздником в Турции. Поэтому и каникулы тоже не длинные. Вот запускают фонарики желаний. Мы такие тоже раньше запускали. Многие из вас, конечно же, знают, это такие бумажные фонарики, которые поджигают, загадывают желания. Ну, в общем, они, конечно, очень красивые, но очень вредны для окружающей среды и очень-очень опасны, потому что могут упасть на дом, на крышу. Поэтому я не приветствую запуск таких фонариков. Напишите, как вы относитесь к этому в комментариях. Ну, а мы идем гулять с вами дальше. Очень многие запускают эти фонарики.
И на набережной всегда в вечернее время у нас очень красиво, потому что включает подсветку на крепости, на Красной башне, подсветку домов, подсветка лодок включается. Ну, в общем, очень красиво. Ну и, конечно же, в новогоднюю ночь здесь очень-очень многолюдно. Дискотеки все кричат музыкой. И кто-то гуляет на дискотеках, кто-то сидит в ресторанах, кто-то празднует дома, а кто-то просто гуляет на набережной. Каштаны можно купить в магазине и пожарить на гриле дома или в печке, или в микроволновке. Ну, в общем, но самые вкусные каштаны получаются у таких вот продавцов на улице. Стоят они 100 грамм 7 лир и гестеребелир месенец мирова. И вот таким вот образом выглядят эти каштаны, которые вы можете купить, тешекуляр, которые можно купить на улице у уличных торговцев. Обычно, когда на улице холодно, эти каштаны, они, конечно же, очень вкусные. Аланья гуляет. Кто любит дискотеки, так вот, в новогоднюю ночь вы можете тоже здесь гулять. Вот так, дорогие друзья, празднуют Новый год в Турции, в том числе и мы. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. Happy New Year! Happy New Year! Мам, что ты пожелаешь всем нашим подписчикам? Здоровья! Самое главное – здоровье, удачи, а все остальное желайте себе сами и... Конечно же, все это обязательно сбудется. Мы с вами прощаемся, отправляемся домой дальше праздновать Новый год и кушать наши вкусные салаты. А с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.